Привет! Мы продолжаем гнуть свою линию. Итак, мы выясняем, какие же люди в нашем городе самые-самые модные. Пожалуйста, сформулируйте 3 персоны и отправьте их имена на пейджер. Можно хоть 100 раз повторить перевертыш слогана про имидж и жажду, но ростовчан с толку не собьешь. Имидж знают многие. А если не знаете, то смотрите модную линию дальше. 15 декабря школе красоты «Имидж» исполнилось 10 лет. В юбилей принято вспоминать красивое прошлое. Модная линия, хотя программа и молодая, но любящая архивы. Вот, например, съемки какой-то летней давности «Имидж» вдохновляет художников на движущийся боди-арт. Движение по принципу 2 в 1. И тела движутся, и пароход не стоит на месте. Краски неба, тела и композиции создают чудовищно красивое впечатление. Несогласные могут выключить телевизор. Меж тем, друзья, деловые партнеры, боевые соратники и многочисленные представители масс-медиа переполнили зал. А на сцене вереница жаждущих поздравить юбиляров. В день десятилетия хотелось узнать, не с Еленой ли писан логотипчик. Дело в том, что женщина на логотипе чрезвычайно похожа на Елену, хотя перед художником была поставлена задача создать графическое изображение ростовской красавицы вообще. Что художник и сделала. Потом Елена рисунок самолично подстригла, натурально, ножницами, без всякого компьютера. Что же касается сходства с самой Еленой, то Степура-младший, то есть внук, говорит, что это портрет бабушки. Сравнивайте и вы. Еще Елена сказала, что при всем многообразии дисциплин, которые осваивают воспитанники имиджа, все же главное научиться скрывать недостатки и выгодно показывать то, чем наградила природа и Господь Бог. Мы не раз наблюдали захватывающий процесс скрывания и выпячивания своими глазами, а также через объектив телекамеры. Кстати, выяснилось, что первый профессиональный репортаж об имидже был снят телекомпанией «Донтэр». Среди пожеланий по случаю десятилетней деятельности прозвучало и пожелание превратить Ростов в столицу моды и красоты. Модная линия такое пожелание одобряет целиком и полностью, а еще благодарит Дмитрия Кужарова за неоценимую помощь. Различны представления у народов мира о красоте. Древним сарматам, обитателям наших южных степей, решительно не нравилась естественная форма головы. И они изменяли ее в соответствии со своими представлениями о красоте. При раскопках в нашем ареале ученые находят удивительные черепа, у которых нет положенному каждому человеку почти вертикального лба. Вместо этого линия профиля ложится почти горизонтально. И голова приобретает совершенно фантастическую форму. Если у вас голова на месте, несмотря на ее форму, смотрите нашу передачу. Первое, что принес ушедший век, это сложность стрижки и простота в исполнении. Лучший инструмент – это руки. Второе – это легкость и застывшее движение прически. Это когда прически... поработал не мастер, а ветер. Следующее – это сложность цветовых оттенков, так называемый сложный цвет. Он характеризуется сложностью исполнения, и женщины носят, он на женщинах смотрится достаточно богато и красиво. Направление в стрижках – это соединенная несоединенность. Это сочетание коротких и длинных линий на волосах. Следующее – это эклектичный стиль, вобравший в себя направление декаданса, минимализма и унисекса. И последнее – это направление в мужских стрижках, так называемый отрицательный герой с положительными качествами. Четырнадцатого декабря ростовский Бомонд сделал сразу 2 открытия – элит-клуб и гаванские сигары. Так вот, теперь в Ростове есть элитный клуб, к которому подойдут ключевые слова, определяющие обращение с сигарой – степенность и неторопливость.
У клуба мужское лицо, стиль классического шика, цвет красный с золотом, звучание саксофона, сервировка сообразно этикету, дорогие напитки и меню для гурманов. И ко всему этому ударная точка – кубинские сигары «Гаванес», популярные во всем мире и появившиеся, наконец, в Ростове, благодаря компании «Регата». «Регата» стала сегодня официальным партнером эксклюзивного дистрибьютора гаванских сигар московской фирмы «Гранд Калидат». Человека узнают там по походке, по одежде, по сигаре. Вы можете сказать о характере человека? Да, конечно. Все вкусовые качества сигар, все марки гаванских сигар, они абсолютно разные. Есть мягкие, нежные, есть крепкие, терпкие, абсолютно разные. В чем свидетельствует открытие таких вот клубов и заведений, в котором курят сигары? О чем это свидетельствует? О том, что это модно и популярно. Это уже мода не только Москвы, но и ближайших регионов в Москве. Это просто изюминка, которая добавляет более имидж человеку, становится просто стилем жизни. А теперь подробнее о том, что же было на премьерной вечеринке в элит-клубе. Прекрасная мулатка проделала длинный путь, чтобы встретиться с вами и обворожить, очаровать. Все в ней – любовь, свобода, страсть. Это о сигаре, которую вручную, передавая нежность души и ласку рук, создавала на глазах у всех не менее очаровательная мулатка, прибывшая в Ростов с далекой Кубы. Произведение такого уникального мастерства мог попробовать всяк здесь сидящий. Ликбез, посвященный культуре сигарокурения, естественно, был проведен, а предмет кубинского культа уже входил в сервировку стола. В общем, открытие состоялось со всеми удовольствиями. Комильфо, как и положено в приличном обществе, определенно существующем сегодня в Ростове и собирающемся нынче в элит-клубе. Женское белье из Италии. Большой выбор, низкие цены. Телефон 47-62-42. Красный Восток крепко ударяет. До свидания. Встретимся, как обычно, в четверг в 23:30 или в пятницу в 7:50. Не забудьте обратить внимание на адреса в конце программы.